всех с открытием сезона. Это футбол, это жизнь, это так бывает. Соперник атаковал, один владел преимуществом, особых угроз нам не доставлял. Так бывает. А мы только учимся, поэтому у него хорошая команда, так что еще у него все впереди. Ну, прежде всего хотел бы поздравить команду соперника с победой. Считаю, что эта победа заслуженная. Что касается игры, то я просто в шоке. Я не от результата, а не от футбола, а от отношения футболистов к своей команде, к своему городу, к своим болельщикам. Я только сейчас понимаю, почему в Гродно не ходят на футбол. И не только в Гродно, вообще. Это я просто только могу единственное извиниться перед болельщиками за такое отношение к футболу своих футболистов. Есть много очень мелочей в футболе, которые произошли накануне этого матча, но это мы с ними разберемся, которые тоже скапливаются в одну общую, в один общий позор. Вот. А все остальное будем каленым железом выжигать отношение к футболу. А потом уже остальное будем говорить про игру. Предупреждали, говорили, во всем мире недооценка, во всем мире отношение к футболу определяет свое желание играть. Поэтому это все наказывается. Футбол наказывает и наказывает очень жестко. Буду надеяться, что это минутная слабость какая-то у команды произошла. В всяком случае, будем очень серьезно разбираться с этим случаем, потому что так просто играть нельзя.